машину времени, потому что мне бы было интересно попасть в то время, когда мои родители были маленькими, или переместилась на 100 лет вперед. Может быть, школьники вообще не ходить в школу будут, а летать. Главное, не забудь, что ты останешься одна, да, эти сопли вытру, и тебе придется отвечать только за себя. Готова? Да. Я пытаюсь держать себя в руках, пытаюсь сделать так, чтобы мой мозг понимал, что я нахожусь не в людном месте, что меня смотрят миллионы, а что меня смотрят только мои родители и только мои друзья. И это помогает справляться с волнением. Значит, я сберу на себя все твои волнения, я здесь буду за тебя переживать, а ты пойдешь и сделаешь все на 200%, хорошо? Ты очень классно выглядишь, ты прекрасная. Давай, зажигай, как можешь, на полную катушку, хорошо? Спасибо. Обещаешь? Большое. Обещаю. Все, договорились. Тогда вперед. Ух! Педагог волнуется, пойду поддержу. Ну, чтоб... Да. Зайка, спасибо тебе большое. Вот наконец-то я выгляжу как настоящий мужчина. Спасибо тебе. Так, выдыхаем, выдыхаем. А то сейчас микрофон выпадет. Да, у меня так руки дрожат. Я просто... Все в порядке. Давай дрожащим голосом расскажи, как тебя зовут. Меня зовут Ирина Арсеньевна, мне 12 лет. Я родилась в городе Сочи, но уже практически 11 лет живу в городе Москва. Класс. Молодец. Ну, конечно, наконец-то. Вот я все сегодня ждала, когда же... Суперэнергия какая-то польется со сцены, с этой. И вот спасибо тебе большое за полное вообще, за то, что ты врываешься так в этот процесс вообще музыкальный и артистический. Мне очень жалко, что я не видела, там, видимо, были еще какие-то, ну, судя по всему, танцы и движения. Но мне кажется, что ты именно силой вот этой своей энергии развернула одно из кресел. Это, конечно, дорогого стоит. Знаете... Помимо того, что все было очень точно я музыкально. Я тоже движения не успел посмотреть, потому что они уже были такие, да, хорошо, да, все, прошла. Вы знаете, я так даже не танцевала, я просто тут все разрывала. Серьезно? Но у нас будет возможность наблюдать тебя в проекте «Голос дети» в команде Леонида Агутина. Мне кажется, с этим можно поздравить просто еще как. Спасибо вам еще раз. Я скажу, что, наверное, все это слышали, там верхняя ноточка у нас была нечистая. Ну, да, одна, потому что я переволновалась. Одна и самая верхняя, она самая главная. Но, да, переволновалась, я так подумал. Вначале хотел повернуться, услышал энергию, подачу, посыл. Потом услышал ноту, обломался, но Пелагей сказал, ну, ладно, нормально, нормально. Ты понимаешь, да? Да, да, да. Кто все решил?
Да, кто же. Я так посмотрел. Я тоже это слышал, да? Я нормально. Ну ладно. Доработаем, да, типа того. Я думаю, если что, я могу и все петь. То есть английскую мне дайте, я все спою. С тобой все ясно, давай обниматься. И. Спасибо. Молодец. Привет, красотка. Поздравляю. Самодостаточная такая. Ты видишь? Эх. Какая большая разница между взрослым голосом и детским? Угу. Это же кайф вообще. Вот я даже сейчас ходила, когда девочку успокаивала. Я на вас смотрю, ну вы же два приятных человека. Но оттуда, это вот сам факт вот этого расстояния, понимаешь, то, что ты там один. Здесь все такое далекое, там такая перспектива оттуда тяжелая, реально. Это очень сложно. Я прям совсем не завидую. При том, что и мы доброжелательно настроены, и все. Но это очень сложно. Не завидуешь, я бы умер к чертовой матери. Ты что, спеть в спинку кресла? Очень-очень. Я это испытал. Не очень приятно. Вообще неприятно. Вообще. Здравствуйте. Ты дала такую энергию, что даже тот, кто лежал, смотрел нас лежа на диване, начал подергивать ножкой. Абсолютно правильно подергивал, дружок. Энергия – это жизнь. Нам интересно сравнивать решение наставника с решением тех, кто голосует на своих этих самых мобильных приложениях. Молодец, мы тобой Спасибо. Гордимся. Я тебе благодарен за педагога, я теперь буду заниматься. Да. За сценой, то бы... Да что мне тебя разглядывать? Я тебе говорю спасибо за педагога, да. Куда ты мою прическу-то понесла, честное слово? Это вам подарок. Спасибо, Заинька, да, да. Конечно, именно это я и заслужил. Мы еще раз встретимся. Дорогие друзья, я напоминаю, что это «Голос дети», это Первый канал, веду его я. Позвольте мне не представляться.